спільном рюкзаке. Снікерс і Маркс, оборона і Лена на поцарапаной эрке. Но самое главное — искры в глазах. И этот цвет вряд ли быстро померкнет. Огонь желания лучшего мира, агония власти так надоело. 200 листовок, язык как рапира, и темной ночью он шагает на дело. Как обоями клеит стены домов, он бомбит поверх надоевшей рекламы. В тишину из наушников рвется гитара, в голове звучат слова мамы. Так много поводов драться, так много поводов злиться. Хватит играть Че Гевару, пора остепениться. Три раза за ночь бегал от патрулей, но все листовки сорвали работники ЖЭКа. Может, пора становиться умней, но глядя на заголовки газет, на потреблятство бывших друзей, понимаешь, что нахер такую умность этот рус.